Ученик 9 класса Рашид Алиев из села Дюзляр Дербентского района в начале 2021 года обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой подарить ему двухгодовалого коня карачаевской породы. По поручению в РИО главы нашей республики Сергея Меликова, исполнением просьбы Рашида занялся министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттал Батталов. Содействие в этом оказала Алияк, которая реализует на территории Сулейманстальского района крупный инвестпроект в сфере животноводства. 25 мая в ходе одной из рабочих поездок министра в Южный Дагестан юноша получил заветный подарок – жеребца карачаевской породы. Рашид ценит в лошадях их красоту и грацию, умение верно служить человеку. Поздравляю от руководителя компании. Пожалуйста, можете... Вот эта лошадь теперь твоя. Я просто не что с ней разделать. Через, я думаю, к осени мы ее не узнаем уже.